Видимо, заперто с той стороны. Thank you.
Не стоит привлекать внимание. Thank you.
Ты ведь Асар? Как продвигается рукопись? Кто ты? О, почитатель! Может ли быть так, что Господь уже проверяет меня низкопоклонством? Я только начал описывать жизнь Альфреда. О, можешь прочесть то, что уже есть. Узнаешь, каков наш великий король. Спасибо, это будет познавательно. Лучше бы он остался монахом. То ли дело наши саги. Где ярость, где жар битвы и близость смерти? Надеюсь, жизнь Альфреда все же будет интереснее, чем это.
Satis raro sedate, vigiorum atris domus Dei. Thank you.
нас там! Заперли с той стороны. Thank you.
конец. Отлично! Только с той стороны. Хьор с Льюфвиной обосновались рядом с портом. В
Кто-то должен знать, где их найти. Покажи мне. Эй, друг, ты не поможешь мне кое-кого найти? Я ищу здесь Хьора и Льюфвину. Хьор? Знаю его. Ты друг ему? Ну да. В таком случае не жди помощи от меня или других торговцев. Теперь, если позволишь. Жаль. Чем же Хьор ему насолил? Малыш, не поможешь мне? Я ищу своих друзей. Имена Хьор и Льюфвина тебе знакомы? Вроде где-то слышал. Та женщина из Бьярмаланда. Умница. Она смешно говорит, вот я и спросил. Я не грубил, честно. Тебе нужен смотритель порта, Григорий. Я видел, как он с ней говорил. Спасибо. Я ищу своих друзей. Не хотелось бы тут заблудиться. Льюфвина и Хьор. Блудница? Я знаю парочку. О, не сомневаюсь. А как же я? И мои товары. Ступай же. Здесь у нас дела ведутся честно. Ты верно смотритель порта? Что, меня все знают? Тебя все ненавидят. Как я уже сказал твоему другу, если твои товары изъяли, обратись к совету. Эти торговцы мне не друзья, но я ищу кое-кого. Хьора и Льюфвину. Ты знаешь Хьора и Льюфвину? Какое у тебя к ним дело? Да, знаю. Как, похоже, знаешь их и ты. Укажи мне путь. Иди к большому дому, где вокруг цветы. Хьор и Льюфвина живут там. Может, заплатишь мне за сведения? Может, отрезать тебе язык? Забудь, что я говорил. Большой дом. Хьор и Льюфвина не теряли времени даром. Не могу дождаться Йольского пира. Их вино, еда. У меня за эту неделю уже третий ящик собрали. Правила правилами, но хоть сказали бы почему. Так, вот и их дом. Дом кто-то ограбил. А мертвец, что лежит здесь, ни Хьоры, ни Льюфвина. Разбросанные свитки. Вор что-то здесь искал. Завязался бой и продолжился снаружи. Здесь только кровь. Куда же они пошли?
кто-то из грабителей? След ведет дальше. Люфина! Кто это? Покажись! Живо! Это я, Люфина! Эйвор! Эйвор? Что? Кто тебя послал? Ты с ними? Тише, Люфина! Успокойся! Ты же знаешь, что я друг! Точно? Появляешься здесь вот так! Меня пытались убить! Я слышал, что в Йорвике беда. Вот и пришел, чтобы помочь. Клянусь честью. Прости, Эйвор. Глупо было тебя обвинять, но настали тяжелые дни. Кто они? И зачем ты им нужна? А вот зачем. Не знаю почему, но они хотели убить меня из-за этого. Подписано «Бедный воин Христов». Знаешь его? Я видел такое письмо раньше, в Люндоне. Йорвику грозит беда. Где сейчас Хьор? В королевском дворце, я провожу тебя. Опусти капюшон, здесь небезопасно. Сюда. Они еще ищут меня. Пригнись, мы проскользнем мимо. Я согласен. Она где-то рядом. Гляди в оба. Хорошенько подумай, прежде чем ответить. Я не видел ее, клянусь. Пора выйти на свет. Идем дальше. Сюда. Идем. Еще враг. Смотри. Осторожно. Теперь нам ничего не грозит. Боги, Эйвор, как же ты вовремя появился. Это судьба. Я надеялся, что мы увидимся вновь. Правда, ждал более спокойной встречи. Мы бежали от одной беды лишь для того, чтобы навлечь на себя другую. Пока король Виксик думает только о нехватке денег в казне, люди из Алой Руки держат всех в страхе. Те, что напали на тебя? И да, и нет. Это лишь разбойники, им кто-то отдает приказы. Наверняка те, чьи имена в этом письме.
И я здесь для того, чтобы убить этих людей. Здесь только прозвище. Это может быть кто угодно. Грязь часто попадает на улицы из водостоков замка. Искать нужно среди тех, у кого власть. То есть в совете? Хьор в нем состоит. Это нам на руку? Мы можем довериться ему в поиске ответов. Да, мы почти на месте. Вот и Хьор. Хьор, смотри, кто здесь. Я рад вновь видеть тебя, друг мой. Здесь, в Йорвике, рады всем. И я рад тебя видеть, Хьор. Вернее, вас. Скажи, зачем ты здесь? Ты же не ради Йоля проделал такой путь. Я здесь, чтобы предостеречь тебя, друг. В твоем городе гниль. Три порочных, опасных человека. Только вместе мы сможем разоблачить их и убить, прежде чем они обретут власть. Помогу, чем смогу, я готова. Не спешите. Эйвор, мы не можем бегать по всему городу,